Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на пневмопистолет-кольцеватель AR Max C7C кейс в магазине AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 28 февраля 2019 года. Ну, это, так сказать, профессиональный инструмент, как на меня, но тем не менее он упрощает и облегчает и убыстряет работу профессионалам. Значит так, стоимость его $200, доставка в Россию платная, $35.45, и общая стоимость для россиян будет $235.45. Так он выглядит. Вот размеры скобы есть, 23,7 мм и 4,8 мм. Получается кольцо такое. Вот вам и кольцеватель почему. Но смотрим стоимость доставки в другие регионы. Итак, для России мы знаем $35.45. Теперь для белорусов это будет $74.99. И Казахстан $119.27. Украина $63.02. Ну вот стоимость доставки разная, да? Я понимаю, там как бы вот для Казахстана это дорого доставка, для других сносная более-менее, но тем не менее это такое дело. Если такой инструмент действительно необходим и он работает профессионально, то здесь я уже думаю, за деньгами стоять не нужно. Но это сугубо мое личное мнение. И если, допустим, этот инструмент отобьет быстро свою стоимость, то стоит его и покупать. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента. И также для профессионалов. Можно здесь приобретать очень необходимый инструмент для того, чтобы зарабатывать больше и было проще в работе.